Наша компания является непростым таможенным брокером. Мы очень много занимаемся консалтингом и аналитикой, предоставляем различную информационную помощь грузовладельцам, решаем достаточно нестандартные задачи, поэтому я хотел бы поделиться со всеми определенными статистическими данными и поговорить о том, что сегодня происходит вот в морских портах, ну и, конечно же, затронуть тему таможни. Постараюсь сейчас вывести несколько слайдов на экран. Несколько статистических цифр, которые мы все всегда изучаем, анализируем и которые могут дать нам ответ о том, что будет происходить в ближайшее время. Если взять данные по грузоперевалке в морских портах, то на сегодняшний день мы видим, что достаточно хороший рост, 11%, причем растут все виды грузов, налив, балк, генгрузы в меньшей степени, однако есть хороший рост в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Конечно, если рассмотреть чуть глубже контейнеры, то и тут наблюдается хороший рост. Мы видим, что 11% увеличение перевалки контейнеров в морских портах, причем импорт, экспорт немножко больше растет, но тем не менее цифры достаточно хорошие. Понятно, что на сегодняшний день цифры не отображают ту тенденцию, которая есть в мире из-за коронавируса. Стоит отметить, что, например, в первом квартале этого года было отменено около 11% рейсов контейнерных судов во всем мире. Это более 400 рейсов в целом по миру. Цифра беспрецедентная. И, конечно, стоит действительно ожидать более негативной тенденции в ближайшее время. Если посмотрим на статистику наших контейнерных терминалов, вот доли игроков на рынке, опять-таки мы видим достаточно хорошую цифру роста, 18,8% в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Что можно отметить здесь? Конечно, игроки все те же, однако постепенно доля КТО и Бруклин Киев немножко уменьшается в пользу Рыбного порта и ТИСа. Это логично, особенно учитывая развитие ТИСа. Не каждый из терминалов сегодня может похвастаться запуском 14 контейнерных поездов в неделю в прошлом году. И, конечно, ТИС достаточно хорошо развивается, и его доля, мне кажется, будет только нарастать в ближайшее время. Если мы возьмем статистику по линиям, игроки все те же, топ-5 линий остались без изменений. И в ТЭУ мы видим тоже достаточно хороший рост, плюс 8% по сравнению с прошлым годом. Но здесь в ближайшее время, я предполагаю, могут быть хорошие изменения, потому что сегодня в мире наблюдается очень серьезная разбалансировка контейнеров из-за того, что порты разных стран закрывались на карантин в разное время. Это происходило хаотично, и сейчас у многих линий позастревало по миру в разных странах то или иное количество контейнеров, оборудования. Соответственно, мы можем в ближайшее время наблюдать определенные изменения в долях на рынке в целом у глобальных игроков. Ну и, конечно же, это может отразиться на доле у украинских агентов. Если посмотреть на грузопотоки, опять-таки цифры внушают оптимизм. Первый квартал показал по тоннажу рост на 19%. Экспорт вырос на 10%. Опять-таки грузы, которые занимают топ-5 позиций, они не изменились. Мы по-прежнему являемся сырьевой экономикой, поэтому, конечно, зерновые грузы превалируют, но, тем не менее, пока вот первый квартал отображает определенный рост. Однако цифры эти достаточно выглядят хорошо. Если же посмотреть на
топ-7 грузов в целом по Украине и сравнить их с предыдущим кварталом 2019 года, то здесь мы увидим уже более негативные цифры, негативные тенденции. Мы увидим падение по стоимости импортных товаров на 22%. И это уже первый тревожный звонок, который мы все должны понимать в ближайшее время. Понятно, что была теплая зима, и Украина меньше импортировала нефтепродуктов, газа, угля. Но, тем не менее, то, что сейчас происходит в мире, будет приводить к еще большему снижению грузооборота, большему снижению импорта в Украину. Понятно, что будут падать серьезно поставки товаров длительного пользования, и это будет отражаться в первую очередь на контейнерной перевалке. По экспорту, возможно, падение грузооборота в мире будет меньше, и меньше коснется Украины, потому что все-таки, ну, наверное, стоит ожидать, начиная с второй половины этого года, увеличения поставок руды, поставок проката, металлоизделий, зерна. Возможно, страны будут восстанавливать свои экономики, поэтому, конечно, потреблять будут этих продуктов больше. Но, тем не менее, все равно мы должны, ну, достаточно осторожно и аккуратно смотреть на статистику следующих кварталов. К чему мы приходим, видя эти цифры? Понятно, что грузоперевалка будет падать, и в первую очередь это отразится на контейнерной перевозке, контейнерных перевозках. Понятно, что из-за этого мы можем вспомнить 2009 год, когда хорошо и сильно просели контейнерные перевозки, ужесточилась конкуренция на рынке грузоперевозок, поэтому мы тоже должны быть к этому готовы, и этот тренд будет все нарастать в ближайшие квартал-два. Если же мы посмотрим на то, что происходит сегодня в таможне, то, к сожалению, есть несколько моментов, которые мы никак не можем избежать или каким-то образом поменять эту ситуацию, потому что мы видим, что таможенную службу сегодня пинает практически каждый и реформирует таможенную службу уже, наверное, второй десяток лет. Но как-то вот все не задается этот процесс, и, соответственно, мы видим, что эти реформы не дают особого результата. Постоянно идет кадровая чехарда и в руководстве таможенной службы. Она влияет на, естественно, среднее звено, на руководство таможенных органов по Украине. И это постепенно приводит к серьезному снижению уровня профессиональной подготовки сотрудников таможни. Отсюда можно наблюдать и снижение скорости и качества таможенных процедур. Это, конечно же, негатив, никуда от него пока не деться, но, с другой стороны, как работающий таможенный брокер, хочу вам сказать, что при тех зарплатах, которые сегодня выплачивает государство рядовому сотруднику таможни, 5, 6, 7, 8 тысяч гривен, они выполняют свою работу достаточно хорошо. Знаете, есть такая хорошая поговорка: не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Поэтому, особенно если вернуться вот к этому слайду, да, то есть падение импорта по стоимости на 22% в этом квартале, понятно, что не может таможенная служба собрать налогов больше в этом квартале, если грузов импортируется меньше. И зачастую об этом все забывают, кто критикует таможенную службу, что налоги сегодня вот собираются в основном при импорте. И отсюда, ну, наверное, не стоит излишне критиковать там таможенную службу за те или иные огрехи. Все это приводит нас к некоторым выводам, которые, ну, на мой взгляд, лежат на поверхности. С учетом ужесточения конкуренции, сегодня, на мой взгляд, на первую роль будет выходить качество работы логистов, качество работы экспедиторов, качество работы таможенных брокеров. Я очень часто задаю этот вопрос своим заказчикам: кто ваш таможенный брокер, кто ваш логист? Потому что от качества, от креативности работы сегодня логиста зависит очень многое. И в условиях ужесточения конкуренции, понятно, что сейчас
наступает очередная эра грузовладельца, у него есть хороший выбор. И, конечно, нужно внимательно относиться к выбору вашего подрядчика. Почему креатив важен сегодня в логистике? Я приведу вам несколько коротких примеров, которые вот, ну, должны ответить на этот вопрос для всех слушателей. Маслоэкстракционный завод, к нам обратился пару лет назад крупный заказчик, который сегодня является лидером отрасли по производству растительного масла. Они импортировали целый завод, строили объект промышленного типа, и понятно, что весь завод имеет свой код УКТЗ, пошлину нулевую, но ввозится в Украину в разобранном виде. Таможня не находит ничего лучшего, как разбить все комплектующие в разных транспортных средствах на разные коды и потребовать оплаты платежей в зависимости от того иного кода на разные комплектующие. Какой выход мы нашли в этой ситуации? Так как комплектный объект, мы не могли получить разрешение на комплектный объект в тот момент, потому что груз уже был в Украине, мы решили схитрить, мы подали временную декларацию на части завода с нулевой пошлиной. Груз был в тот же день выпущен из зоны таможенного контроля, и спустя некоторое время таможня согласилась с нашей позицией, выдала решение по классификации на технологические линии, разбив завод на несколько частей. То есть, таким образом, инвестор сэкономил несколько миллионов гривен на импортных налогах. Второй наш кейс касается зеленой энергетики, ввоза ветрогенераторов. Как вы знаете, наверняка в прошлом году действовала льгота по НДС на импорт ветрогенераторов. Пошлина при наличии сертификата Евро-1 тоже нулевая, но есть нюансы, вот, которые были в этой поставке. В первую очередь, вместе с ветрогенератором шли комплектующие, они, естественно, имели свои коды, попадали под налогообложение уже НДСом, у них была пошлина 10%, и кроме этого, данная поставка, данные турбины шли на транспортных ложементах, которые принадлежали иностранной компании транспортной и должны были быть возвращены после монтажа ветрогенератора в Украине. И они тоже, естественно, должны были подпадать под налогообложение. Какой выход мы нашли в этой ситуации? Мы предоставили таможенные спецификации на ветрогенератор, объединив в код ветрогенератора все вот эти мелкие комплектующие, которые шли в дополнение, и таким образом оформили и комплектующие, и сам ветрогенератор без налогов с нулевыми платежами. На ложементы был предоставлен таможне карнет АТА, организованный нами совместно с отправителем этого оборудования, и таким образом они были оформлены в режиме временного ввоза, тоже без налогов. Следующий кейс касается ввоза малой авиации. Перед вами небольшой такой транспортный, послевоенных годов постройки самолет. Он по нашему УКТЗ должен облагаться пошлиной 10% и НДСом. Он был приобретен за пределами Украины и ввезен для монтажа в разобранном виде. Стояла задача его смонтировать, поставить на ноги и дальше продать уже в другую страну следующему покупателю. В этой ситуации мы заключили, вернее, подсказали получателю заключить договор ремонта с авиаремонтным предприятием, и таким образом мы оформили эту авиатехнику в режим переработки, который предполагает условное начисление налогов, опять-таки, после завершения ремонта и монтажа этого самолета, самолет своим ходом улетел в другую страну, ну и, соответственно, заказчик смог, опять-таки, сэкономить на платежах. Вот такие вот рядовые, вернее, нерядовые, экстраординарные вопросы очень часто падают к нам с различных сторон, будь то юридические компании, экспедиторы, грузовладельцы.
Поэтому, конечно же, креатив вашего подрядчика, креатив вашего логиста сегодня в условиях кризиса будет выходить на первую. По презентации пока вопросов у зрителей нету. У меня есть вопрос. Мы все очень переживаем за таможню, но вы, наверное, больше всех. Есть какой-то там, ну, как бы оценка, насколько удастся там какие-то реформы сохранить, которые вот были сделаны там за последние полгода, или их не удастся сохранить, и, ну, ваша оценка дальнейших развития событий? Вопрос хороший, спасибо. Я уже немножко частично коснулся него в презентации. Конечно, самая большая проблема сегодня – это постоянное хаотичное реформирование таможенной службы. Включи мне, пожалуйста. Нет стабильности в назначениях. Отсюда мы видим постоянный хаос в назначениях среднего звена. И это приводит к тому, что мы видим иногда на практике, что в таможне, в морских портах работают люди с сухопутных регионов. Я очень хорошо отношусь к Западной Украине, к Центральной Украине, но когда люди с сухопутных таможен принимают решения по морским каким-то операциям, транзакциям, они должны глубоко понимать суть морских перевозок, конвенции морские. А этого, к сожалению, мы видим, ну, к сожалению, не всегда видим на практике. Вот это основная мысль. Что касается реформ, я вам хочу сказать, таможенная служба по сравнению с госпотребслужбой, с экологами, с карантином растений сегодня на несколько шагов вперед. Поэтому не все так плохо, как мы видим иногда из средств массовой информации. То есть работа ведется, да, может быть, она ведется медленно, и хотелось бы нам лучше, быстрее внедрять реформы, какие-то передовые технологии. Но еще раз повторюсь, при тех зарплатах, которые платят сегодня рядовым таможенникам, поверьте, они работают очень и очень хорошо. Ну, мое субъективное мнение.